Так, это у нас выползает потихонечку Юпитер. 16 июня 2019 год. Харьков, 22-29 по Киеву. Уже четвертая, по-моему, попыточка снять всю эту красоту. Справа пока еще видна Европа, спутник Юпитера. Скоро будет прятаться за него. Потом идет у нас Ио, уже левее Юпитера. Следующий появится Ганимед, а Каллисто будет чуть-чуть подальше. Сейчас он у нас и в кадр не попадет. Разве что вот так. Стих совершенно. Ветер вообще повезло страшно. Сейчас, если все верно просчитали, как раз когда по диагонали Юпитер дойдет до уголка верхнего правого, у нас слева должен... А вон он, Каллисто. О, красавец. Все. Комплект. Слева Каллисто, потом Ганимед, потом Ио, и сразу за Юпитером правее Европа. Красотень. Еще вот какая красотень. Ага. Луна пришла в гости к Юпитеру. Да еще какая полная. Ну, вот молодец, не молодец. Засвечивается. Во! Редкие съемочки получаются. Когда еще полная луна с Юпитером в одном кадре будет? Ладно, выделим внимание и луне. Эксклюзивно. Да, ну, по-моему, сейчас самое чистое небо, что было за этот год. Ай-яй-яй. Вот наши красавицы.
Ты посмотри, засвечивается. Не надо засвечиваться. Все должно быть во всей красе. Да, ну, по-моему, прекрасно. В час ночи, надеюсь, еще выйду, поснимаю. С Сатурном все то же самое. 16 июня 2019 год, Харьков, 22:34 по Киеву.